Гражданин Кстова, гражданин России. Эта тема обсуждается сегодня в рамках круглого стола в Центре нешкольной работы. Речь пойдет о том, каким же должен быть гражданин нашего города, а конкретнее современный выпускник школы. Для этого серьезного разговора были приглашены те, от кого зависит становление личности гражданина. Это представители системы образования, представители администрации, общественности, родители и сами обучающиеся. Мы проводим круглый стол, который носит название «Гражданин Кстова, гражданин России». Публика у нас разнообразная, мнения различные. Ну, как всегда, в диспуте рождается истина. Я думаю, что эту истину мы тоже найдем. Гражданин России – это прежде всего человек, который любит свою родину и готов сделать для нее что-то, чтобы она стала еще лучше, еще приятнее. Говоря об уникальности личности, нельзя не говорить о неразрывной связи человека и общества, в котором протекает его жизнь. Незримыми крепкими нитями человек связан с обществом, без которого я не состоялась бы. При построении модели гражданина были рассмотрены точки зрения представителей разных социальных групп. Итогом встречи стало создание модели, которая, с одной стороны, характеризует гражданина города Кстова, а с другой позволяет каждому определить те качества, которые им уже присущи, и те, которые станут предметом работы над собой. С вами была Ванян Кристина, пресс-центр «Шоколад».